Первый матч, если еще Серена Уильямс в соперницах, ну, легкой игры не ожидать. Как сами оцените? Второй сет был, ну, поинтересней. Правильно, да, конечно, у меня была такая маленькая возможность во втором сете, но она здорово подавала, и такой хороший, ну, я пошла к сетке, она здорово сыграла этот слева удар. Но все-таки казалось, да, там она выиграла этот матч под час, поэтому встреча была очень тяжелая, я надеялась сыграть чуть лучше, но не получилось сегодня. Все спрашивают про Рикардо Пьятти, как вам сотрудничество, будет ли оно продолжено дальше? Да, это на протяжении последних там несколько недель мы провели хорошую работу. Конечно, по результату это тяжело сказать, но мне нравится наша работа. Мне нравится, как он тренирует. У него, можно сказать, самый хороший опыт в туре. Я надеюсь, что да, будем работать вместе. Макс мне рассказывал, что есть возможность организовать выставочные матчи в России. Ну, такое желание в трех городах. Потому что болельщики спрашивают, когда увидят вас, будет ли Кубок Кремля или эти выставочные встречи, что-то есть в планах? На сегодняшний день пока нету, но я бы, да, я бы очень хотела сыграть и вернуться в Санкт-Петербург, потому что, к сожалению, я там не доиграла турниры. Мне, ну, было очень обидно улетать оттуда, и особенно когда я, ну, снялась с турнира, я делала интервью, и там так много было детей, и, ну, все как бы купили билет, чтобы посмотреть, как я играю, и после этого я решила, что в следующий раз, когда я туда поеду, я буду готова, у меня не будет никакой травмы, и я хорошо сыграю. Спасибо. Спасибо.